Что ж, второй текст. Это очень важный текст, и мы его рассмотрим. Это второе послание Петра, первая глава, 21 стих. Хотя мы будем рассматривать этот стих в контексте всего послания Петра. Итак, 2 Петра, 1 глава, стихи с 19 по 21. И также, как и в случае с 3 главой 2 послания к Тимофею, я бы хотел начать с рассмотрения контекста. Ведется немало споров о том, действительно ли Петр написал это послание, и если он его написал, то написал ли он тем же получателям, которым писал первое послание. Но я не думаю, что нам нужно тратить время на то, чтобы углубляться в эти споры. Я поднял этот вопрос лишь для того, чтобы высказать свое мнение. Я считаю, что Петр написал это послание. И я действительно считаю, что все написанное в этом послании было написано рукой апостола Петра. И хотя есть то, чего мы действительно не знаем, скажем, кому точно Петр адресовал это послание, все-таки многое мы можем почерпнуть из этого послания. Рассмотрев первый стих первой главы второго послания Петра, становится ясно, что Петр пишет тем, кто принял Иисуса Христа как своего личного спасителя. Потому что он пишет: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». И становится совершенно ясно, что Петр пишет верующим. Богословы также считают, что совсем несложно определить дату написания этого послания, считая, что оно написано Петром. Считается, что Петр умер в 64 году нашей эры. И в первой главе, в стихах с 13 по 14, Петр очень ясно говорит о том, что Господь открыл ему, что кончина его уже не за горами. Итак, если Петр умер в 64 году нашей эры, и он пишет здесь о том, что очень вскоре он умрет, то это послание, по всей видимости, написано между 60-м и 64-м годами нашей эры. И гораздо больше можно сказать о содержании этого послания и о конкретном контексте нашего текста, записанного в первой главе, в стихах с 19 по 21. Петр призывает верующих в первой главе расти духовно и взращивать в себе различные христианские добродетели, перечисленные в стихах со 2 по 9 первой главы. А в 9 и 10 стихах он пишет им о том, что, поступая так, они продемонстрируют и подтвердят, что они действительно избраны спасению, тем самым их избрание и призвание станут явны. И в действительности Петр пишет вот о чем. Даже несмотря на то, что вы спасены, очень важно не забывать о собственном духовном росте. Почему? Да потому что ваша вера будет испытана. Но как? Что ж, говоря конкретно, во второй главе своего послания Петр предупреждает верующих, что придут лжеучителя, что будут проводить нечестивую жизнь, и это будет видно всем, и они будут склонять других верующих вслед за собой. Но это еще не все. В третьей главе Петр предсказывает, что появятся люди, у которых сама мысль о том, что Господь опять придет, будет вызывать смех, и что людям придется предстать на суд Божий
и дать отчет за свои дела, за свою жизнь. Но будут люди, которые будут надсмехаться над этой истиной. И думая так, они будут жить так, как им хочется, и будут поступать, как им хочется, и будут увлекать вслед за собой остальных. Так, в 3 главе 2 Петра, в стихе 4, Петр пишет о том, что эти насмешники даже будут вступать в спор с верующими о том, что не следует ожидать возвращения Иисуса Христа и страшного суда. Им будет казаться, что они это могут доказать. Что ж, если этого стоит ждать этому миру, то становится совершенно понятно, почему Петр призывает верующих вести благочестивую жизнь и расти духовно. И это становится еще понятней, почему Петр это делает, если посмотреть на стихи 13 и 14 первой главы, где он пишет о том, что ожидает своей скорой кончины. И получается, как если бы Петр пишет: «К сожалению, в будущем у меня уже не получится вас наставлять, и мне будет очень жаль, если я уйду к Господу, не сказав вам еще раз о том, чтобы вы держались истины и хранили веру». Чтобы не получилось так, что вы оставили веру из-за того, что я вас не предупредил. И Петр понимает, что он должен перед тем, как умрет, еще раз напомнить верующим о всех тех истинах, которым он их учил, об Иисусе, о христианской жизни, и сделать он это должен очень ясно. И затем в 1 главе, 15 стихе, Петр начинает защищать истину, о которой он говорил им раньше и о которой говорит им сейчас. И его первый аргумент, первое доказательство того, что Христос вернется, и что его учение о христианской жизни – истина, основывается на том, что сам Петр был свидетелем, своими глазами видел то, кем на самом деле был Христос. В 16 стихе Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Это не какие-то басни, с помощью которых мы хотели вас обмануть. То, что мы вам говорили, и то, что продолжаем вам говорить об Иисусе Христе, все это абсолютно верно. И я знаю, что это верно, потому что я все видел своими глазами и слышал своими ушами. И я знаю, что это истина. Что ж, что же такого ты видел и слышал, Петр, что заставляет тебя верить, что все сказанное тобой нам верно? Что ж, разве вам не кажется, что Петр здесь будет говорить о воскресении? Ведь это как раз и был предмет споров в то время. Если Иисус не воскрес, как пишет Павел, то мы все еще мертвы в грехах своих и самые несчастные. Что могло быть большим доказательством, чем то, что Петр был очевидцем воскресения Христа? Но Петр приводит другое доказательство. И не потому, что воскресение ничего не доказывает, но по тем причинам, о которых я вам поведаю через несколько минут. В стихах 17 и 18 Петр пишет нам о том, что он видел и что он слышал о Христе, что убедило его в том, что Иисус именно тот, кем себя называл,
И все то, чему он учил, чему учили апостолы о христианской жизни, на самом деле истина. Позвольте мне начать с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Это могло означать, что они видели воскресшего Христа, но 17 стих поясняет, что Петр имеет в виду. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы, принеся ему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И здесь речь идет не о воскрешении, не так ли? О чем же Петр пишет? Он говорит о том, что он пережил вместе с Иоанном и Иаковом на горе Преображения. И это событие записано в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в стихах с 1 по 13. Но как вы думаете, почему тот факт, что Петр был очевидцем происходящего на горе Преображения, служит неоспоримым доказательством того, что Христос именно тот, кем Он о себе заявлял, и христианская жизнь именно такова, как это учит Петр? Мы бы ожидали, что Петр будет говорить о воскресении и на этом строил свою аргументацию. Что ж, я думаю, есть причины, почему Петр решил говорить о горе Преображения. Во-первых, Петр не был таким уж очевидцем воскрешения Христа из мертвых. Я имею в виду, что он не был в гробнице в тот момент, когда это происходило. Да, он видел пустую гробницу. Да, он видел воскресшего Христа. Да, он видел распятие Христа, но он не видел сам процесс воскрешения. Но что он видел? Он видел Христа преображенного в славе Своей на горе Преображения. Но я думаю, есть еще причины, по которым Петр указывает на произошедшее на горе Преображения. И одна из них состоит в том, что было всего лишь три апостола, которые стали очевидцами того события — Петр, Иоанн и Иаков. И что они видели Иисуса во всей Своей славе. И я бы предположил, что до того момента, как Иисус вознесся, гора Преображения была единственным событием, когда Иисуса кто-то мог видеть во всей Его славе. Несомненно, Иисус не был во всей Своей славе, когда был пригвожден ко кресту, или лежал в гробу, или даже проповедовал перед толпой народа. Конечно, все это было необычным, но далеко от того, что видел Иаков, Иоанн и Петр на горе Преображения. Но там произошло еще кое-что, и об этом говорит здесь Петр. Не только он видел Иисуса во всей Его славе, когда был на горе Преображения, но Петр также слышал голос из облака, гласящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слушайте Его. Кто же это произнес? Понятно, что это Бог Отец, не так ли? И это означает, что в тот момент Петр стал очевидцем существования двух личностей Троицы — Отца и Сына. Что ж, а кто еще из учеников мог это засвидетельствовать? Наверное, никто, кроме Иоанна и Иакова. Во всяком случае, насколько мы знаем. Но это еще не все, что можно сказать о горе Преображения. Петр, Иоанн и Яков не просто видели Иисуса,
славе своей. Но они также видели Моисея и Илию. Ну и что, скажете вы? Моисей написал первые пять книг Библии, так? И в иудаизме книги Моисея, Пятикнижье, были главными книгами. И на протяжении многих веков люди верили, что на самом деле жил человек по имени Моисей, который был Божьим пророком, который написал эти пять книг, который вывел народ из египетского рабства. Но как Петр, Иоанн и Иаков мог оказаться во времена Моисея и убедиться, что Моисей на самом деле жил? Но Петр, Иоанн и Иаков видели Моисея на горе Преображения, и это было доказательством, что первые пять книг Библии — это не сборник сказок, это истинное повествование. Ух ты! Был ли Петр или кто-либо еще таким же очевидцем воскресения? Нет. Но не только это. Он еще видел Илию. И Илия не был просто важным пророком в свое время. Но в книге пророка Малахии он назван предшественником Мессии. А кем был Иисус Христос? Иисус был Мессией. В Ветхом Завете многократно предсказывалось пришествие Мессии, и Иисус говорил о себе, как об этом помазаннике. И в Ветхом Завете также предсказывалось, что Илия вновь придет, как предшественник Мессии. Но что, если Ветхий Завет — это всего лишь сборник сказок, когда речь идет о Мессии? А что, если Илия на самом деле никогда не существовала, и он не мог быть никоим образом предвестником Мессии? Но на горе Преображения все вопросы подобного рода отпали сами собой. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, я думаю, становится ясно, почему Петр указывает на события, произошедшие на горе Преображения. Вместо того, чтобы говорить о воскресении, хотя, конечно, Петр верил, что Иисус воскрес, и он видел Иисуса, воскресшего из мертвых. Но что же Петр хочет здесь нам сказать? Он говорит: «Я знаю, что Христос тот, кем себя называл. Я знаю, что то, чему Он учил, и чему мы, апостолы, вас учим о христианской жизни, я знаю, что все это истина, потому что я там был, и я все это видел». И знаете, что интересно? Кто-то может сказать: «Ну знаешь, Петр, тебе это все, наверное, показалось там, на горе Преображения. Но посмотрите внимательно на то, что произошло там. Не только Петр, но и Иаков, и Иоанн были там». Да, возможно, когда одному человеку что-то привиделось, но трудно представить, чтобы у трех человек одновременно была одна и та же галлюцинация. И это подтверждает истинность того, что они видели. Но обратите внимание на интересный момент в словах Петра. В 19 стихе он пишет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику». Идет ли речь о пророке Илие? Да. И о многих других пророках. Но давайте посмотрим,
О чем же здесь говорит апостол Петр? Он говорит, я знаю, что все то, чем учил Иисус, истина, потому что я там был и все видел своими глазами. Мы говорим, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И Петр пишет, я видел, и я верю. Но он говорит, есть еще что-то, что подтверждает истинность учения Христа больше, чем мое свидетельство. Что же это? Это Писание. И именно поэтому оно должно уберечь от всего того, о чем предсказывает Петр во второй и третьей главе, что ожидает этот мир. И опять же, этот текст не просто сошел с неба, изолированный от других текстов Писания, и каким-то образом оказался в этом месте. Нет. Он намеренно помещен здесь, потому что он согласуется со всем написанным до него и написанным после него, с тем, что Павел пишет во второй и в третьей главах. Что ж, это был контекст 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.